Размеры госпошлин на оформление некоторых документов увеличиваются. Соответствующий закон подписал накануне Владимир Путин. Изменения вступают в силу в августе. Теперь за выдачу загранпаспорта нового образца с электронным чипом придется заплатить 5000 рублей вместо 3,5. Водительское удостоверение обойдется в 3000 вместо 2, а стоимость оформления документа о регистрации транспортного средства нового образца поднимется с 500 рублей до 1500.